Привет всем, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогушечки мои. С вами Валерий Хаус, и пришло время для часового путешествия по пустошам мира Fallout 4. Так, на прошлой неделе, прошлой серии мы добрались до станции Оберленд, поговорили с жителями поселения, и жители нам... У нас попросили помощи об очистке от рейдеров. Вот. Ну, кстати, это задание. Поселение станции Оберленд терроризирует банда рейдеров. Нужно разыскать этих бандитов и сделать так, чтобы больше они никому не смогли причинить вреда. Снова рейдеры, друзья. Снова рейдеры. Выродки природы. Всех они терроризируют. Ну что, давайте отправимся. Так. Выбрано, да, у нас? Да, выбрано. Давайте отправимся и уничтожим их логово. Так. Еще у нас небольшая такая проблемка. То, что ноги у нас от силовой брони разорвало в клочья. Так, найден сигнал. Чего, огневая поддержка? Настроиться на армейскую частоту AF-95. Хм, интересно. Так, добраться до полицейского участка в Кембридже. Вот, разорвало от того, что мы пытались проникнуть в какой-то бункер там. Какой-то, не бункер, а какой-то погреб. И он был заминирован. Оторвало нам ноги. Погреб этот оказался пустой, там более ничего, в принципе, не нашли мы. Вот. Так. Чё там нам? Огневая поддержка. Добраться до полицейского участка в Кембридже. Давайте пока не будем. Давайте станцию Оберленд. Выполним. Так, крышка. Антир-1. Вот. Плюс у нас еще рука уже красная. Опять найден сигнал. Сигнал пропал. Где-то вот в этом районе, получается. Сигнал у нас ловит. Так, а что здесь у нас? Показалось, какой-то столик. Ладно. Ладно, ладно. Двигаемся. Двигаемся к рейдерам. Ну, погодка хоть радует теперь. Ясная. На небе черных туч нету. Так что дождя не должно быть. Так, что это у нас за сооружение здесь такое? Дикий мутафрукт давайте возьмем. Фасоль. Что у нас здесь? Скелет в ванной. Все, да, больше нет ничего. Здесь какая-то пристройка. А, в принципе, понятно. Прикольно, так музычка такая, прям лепота, можно сказать.
Так, 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 так. Ух ты, гули. Вот вас тут не хватало. Блин, они такие резвые все, эти гули. Так, перезарядка, перезарядка. Миссис Донахью. Миссис Донахью. Будьте повежливей. Иначе мне придется вас усыпить. Мисс Роза. Мистер Донахью. Ух ты, пробрался, мистер Паркер. Горите в аду. Да чтоб тебе, я застрял. Загнали меня куда-то. Непонятно куда. Ну, какое-то сооружение. Давайте быстрее. Да какой ты резвый. Опа, патроны кончились. Так, у меня есть мой улучшенный пистолет. Надо было сразу... Воу-воу-воу-воу-воу! Без рук, без ног. Деревянный кубик АЭД. Крышка. Загнали нас куда-то. Семейство Донахью. О. Кукуруза. Вырастим кукурузу. Отлично. Куда-то нас привели тут наши гули. Плитка. О, труп, торговец. Так, что у нас здесь? Отлично. Химлаборатория, какой-то светящийся гриб. Так, можем мы что-нибудь... А, вот здесь мы не можем снять, да? Так, он еще глюконафт. Глюконафт натрия. Можем что-то приготовить, кстати. Кусочки кротокрыса.
Собачьи отбивные. Даже три штучки, отлично. Что еще? Шашлык из ягуаны. Напитки ничего не можем, супы. Супы тоже нет. Так, а что мы из химии можем приготовить? Так, лечит инъекционный пистолет. Так, лечение. Нейтрализует всю радиацию, снимает все зависимости. Давайте вот этот. И антирадин сделаем. Нужно коктейль Молотова еще соорудить. Так, ну силовую броню придется скоро бросить. Вот что печально. Батарея кончается. Металлическая броня туловища. Давайте посмотрим. Он у нас одета. Так, шипастая броня 10. Грязный армейский шлем. Так, армейский шлем оденем. Давайте оденем вот это. Хотя да, а шипастую броню выбросим. Ой. Что-то мы голожопы какие-то вообще стали. А, ну это только туловище получается, да. Тут полностью. Ну ладно, оставим. Так, у нас покраснела вторая рука. Сколько здесь домиков-то облазить нам? Как раз давайте полазим, раз уж здесь. Посмотрим, что можно здесь, чем можно здесь наживиться. Так, тихо. Опять гули. Мистер Паркер. Да я... А, миссис Паркер.
Патроны-патроны-то у нас заканчиваются. Так. Мусорки ничего у нас. Ну, там домик какой-то. Нет питания. Пришло время сбросить нашу броню. Ой-ё. А тут, похоже, похоже, весь город в гулях. Ай-яй-яй. Так, он еще и радиации фигачит. Бегом, 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 бегом. Блин, один патрон. Надо что-то делать. С патронами. Вообще из оружия. Короткий лазерный мушкет. Так. А, двухствольный дробовик у нас еще есть. Вот что у нас есть еще. Давайте. Вот так. Так, в этом здании. Это здание у нас не зайти, да, получается? Да, друзья, пока мы дойдем до рейдеров. Да, военные деньги нам нафиг не надо. Макароны. Симуляторы так заныкали. Грудная клетка, блин. Топливо для огнемета, нифига себе. Задняя нога, робопони, лютик. Так, здесь мы были.
Здесь, похоже. Так, патрончики. Так, здесь мы были уже. Двигаемся ближе. Труп или нет? Труп. Фига себе, машинка такая. Шпилька, крышка, крышка. Так, это перестрелка. Далеко ли нам идти? Надо это здание обойти как-то. Какие-то там воины идут. Ну что, у меня такое ощущение, что мы почти пришли, да? Так, 40 метров осталось, и мы на месте. Так, псина уже кого-то почуяла. А он рейдер. Ловите. Да, с такого пистолета-то много не настреляешь. Ну иди сюда. Тебе вот так. Готов. Отлично. Так. Теперь надо с турелью разобраться. Где она там?
Так. Так просто с ней не разобраться. Получается. Ну, лови. Еще. И еще. Пусковая установка. Че за пусковую установку взял? Так, 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 давайте посмотрим, что за пусковая установка. Ракетница, блин. Ни одного патрона нет. Нафиг тебя. Ух ты, еще одна. Еще одна турель. Держи. Окей. Сгори. О, отлично. Сначала мы зачистили. Теперь идем вовнутрь. Да черт! Там бахнуло такое вещи. Так, пару лет назад, до того как я познакомился с Клатчем, мы с друзьями постречали на сегодня. Ладно, ребята, я пришел вам с фейерверком. Еще сюда, еще сейчас я вас тут зажарю. Живой. Мои ноги. Еще турель там где-то. Ё-моё. Воу-воу. Собака там турель, что ли, сломала? Так, что у нас здесь имеется? Патроны, коктейль Молотова. Тут-то бахнуло вообще. Да, было жарко, короче. Так, что у нас тут? Охотничий коллиматорский. Так, так, так. Металлическая левая ноги, металлическая правая, металлическая броня правой руки. Это возьмем.
Так, здесь что у нас пусто? Шпильку сломал. Чудо-клей, хорошая штука. Стелс-бой. Чудо-клей пригодится во всем. Да, что-то выносят и выносят нас. Собака, прыгай на нее. Так, металлическое берем. Ну, шлем нафиг нам нужен. Так, что там, одежда? А, ну у нас одну можно выбросить. Левая нога, правая нога, туловище. Вот такое. Так. Протупей давайте возьмем. Так, что можем? Так. Левая рука, правая нога, сорок четыре. А, и комбинезон у нас еще одет. Так. Сорок пять. Сорок четыре. Ну, можно вот так вот. Это выкинем. Это выкинем. Тупей выкинем. Ну вот так вот будет. Как-то поприкольней, наверное, да? Давай мы тебя сейчас попробуем вынести. Держи. И еще раз.
Фига, у него там это. В жизни прибавлялись что-то. Не знаю почему. Yes. Завалили. Так, отлично. Backstreet April перебить. Всех. Текс. Это можно выкинуть. Что там у нас за оружие? Карабин там какой-то, да? Этот можно выкинуть, тогда будет. Здорово. Так, не все рейдеры, значит, здесь очищены. Мы убили только главаря. Печатная машинка Карла. Сейф взломаем. Так, да, военные деньги нафиг нам нужны, золотые часы. Стрелка пружина, так. Револьвер какой-то, крышки, патроны для дробовика, так, ядерная батарея. Так, сумочка еще, да собака, уйди! Кто вас боится-то, а? Вас никто не боится. А, необходим более высокий уровень, хакер. Ну, окей. Можно было бы отметки ставить на карте? Так, эти наверху, да, чуваки? Что это? Медвежонок в очках, читающий газету на толчке. И мыло в мусорке. Что здесь происходит? Какие-то ребра. Пойдемте дальше. До конца зачистим сейчас это место.
Да что ж вы такие быстрые-то все? Крышка. На, держи. Держи. И еще раз держи. Так, что у нас тут есть? Правая рука. Кожаная одежда рейдера. +2. О. Так. Экспериментируем с одеждой. Значит, эту фигню выкинем. Прям 52, прям. Так, еще один наверху, да? Окей. Где ты там? Мне тоже это не нравится. Вся эта затея мне не нравится. Чпок тебе в затылок. Так, так, так. От тебя мне ничего не нужно. Остальная игра. Радиус взрыва. Так, собачьи консервы. Тайник с крышками. Отлично. Собачьи консервы. Можно переночевать. Сейф еще. Упаковка прям целая изолента. Грогнок Варвар. Критические удары без оружия и холодным оружием наносят на 5% больше урона. Отлично. Очень сложный, блин. По-любому сюда надо будет возвращаться. Когда-нибудь и как-нибудь. Так. Ты камера щелк. Еще наверх, да? Фенс. Так, вырвались на крышу. Ну, я так понимаю, рейдеров больше нету, да? Если только вот здесь на крыше где-нибудь тусуются. И все. Так.
Что хотите сказать? Все, здесь больше нету ничего. С крыши на крышу. Попаркурим, что ли? Там что за контейнеры какие-то? Ой. Ну ладно. Ух ты, какое небо-то. Че это сейчас было за прыжок такой? Куда? Так, зачищено. Ну что, отправляемся обратно на станцию. Сообщим приятное известие. Да, вот этот дробовичок будет парище. Еще бы силовую броню бы найти. Было бы вообще шикарно. И вот он, герой, возвращается с благородным псом своим с битвы. Блин, все-таки надо как-то почаще играть в этот Fallout, потому что как-то намостриться надо. Быстро выносит нас. Ну, либо мы прокачаны еще не так сильно. Всего 10 уровень, что там. Всего лишь. Это ни о чем. Тем более прокачаны у нас взлом. Немного. Вес. Чтоб носить. Сила имеется в виду. Воды попить. А, вот кнопку задерживаешь, и это, он качает. Похоже, все спят, да? Отлично. Ребята, я пришел.
хорошими новостями. Этих рейдеров больше нет. В самом деле, это же прекрасная новость. Побольше бы таких. Кстати, мы тут посовещались, решили поддержать минитменов. Я думаю, нужно дать им второй шанс. Единственный способ изменить мир к лучшему — это работать сообща. Отлично. В наших рядах прибавилось. Так, что там? Поговорить с Престоном Гаври. С Гавриком нашим. Давайте отправимся к Гаврику. Ну, вожак-дворняк. Вожак-дворняк как-то звучит прям. Давайте в голову. Бам. Что там такое светится? А, это машина, блин. Я думаю, что такое светится? Так, а тут уже так, как с силовой броней, это не получится. Надо идти по мосту. Пять патронов всего. Думаю, наверное, стоило бы переночевать там. Ну ладно. Обнаружено Грей Гарден. Ой-ой-ой-ой, роботы какие-то. Ладно, обойдем стороной. Еще встретимся. Я так понимаю, то, что вот обнаруженное появляется, у нас появляется на карте, как бы и запоминается. Потом со временем будем ходить, исследовать. Но пока пропустим этот, это место. Там заводы всякие. Живность шарится. Годовалый ротолень. Прям годовалый такой. Да отстань ты от них. Давайте-ка их сейчас, этих чувачков. А, рейдеры, ё-моё. Я ненавижу рейдеров. Вы должны это знать.
Так, ты по собаке-то моей... Ух ты, нифига, он так выстрелил по мне. Окей. 5 патронов, правда. Ну ладно. Да выёживался. Скотина. Молодец, собачка, молодец. Так, 45, а у меня дробовик сколько? Ну и где он? Так. Шесть. Фигня, твой дробовик. Так, посмотрим, чего остальных там есть. Патроны, так, мясо. Отлично. Так, хижинка какая-то. Были мы здесь, не были? А, были. Чувак без головы. Значит, были. Воу-воу-воу, сколько здесь трудней-то. Застрял, блин. Черт, 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 черт. Их еще фиг найдешь, блин. Трупешники ихние. Ладно. Ладно. Ощущение, что походу почти пришли, да? Конкорд.
А, что ты не лезешь-то? Прикольно такая нычка. Еще чем-нибудь есть? Отлично. Мы дома. Псина бежит. Где там наш Престон? Гаврик. Престон Гаврик. В дома, что ли? А чего вы все здесь спите, а не там? А не в крепости? Посношу я эти кровати. Насчет того поселения, куда ты меня отправил. Вопрос с рейдерами улажен, а местные жители решили к нам присоединиться. Прекрасно. Когда-нибудь мы окрепнем настолько, что сможем раз и навсегда избавиться от содружества от этих подонков. Как всегда, у меня для тебя есть еще работа, если возьмешь. Пришло странное сообщение от робота из места под названием Грей Гарден. Я не понял, что именно ему от нас нужно, но думаю, имеет смысл туда наведаться, мало ли. Да, друзья, Грей Гарден. Мы только что проходили мимо него. Я говорил то, что потом обследуем то место. И вот оно, задание. Ну что, на этом я заканчиваю тогда. В следующей серии мы пойдем в Грей Гарден. А потом уже по планам будет у меня полицейский участок-то тот. Помощи просили. Ну что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. До новых встреч, всем пока.